Куда едем? Привет, мы едем в Ростов-на-Дону. А зачем туда едем? Чтобы сесть на поезд и поехать в Ульяновск. Понял. Вот такой полный автобус. Все, мы уже в Ростове. Сейчас приедем на ЖД вокзал. И будем двигаться дальше. Так, мы прибыли на ЖД вокзал. Жорка он на поезда смотрит, да, Жорка? Да. Соскучился за поездами? Да. Да, мы в поезде. Готовимся ехать? Да. Понятненько. Как мы будем ехать, не помнишь? Мы сначала из Ростова едем в Сызрань. Сызрань. А потом из Сызраня на автобусе уже в Ульяновск. Да, точно. Сейчас мы будем отправлять. Поснимаем, как поедем, да? Но мимо нас едет грузовой поезд. О, Жорка решил поужинать. Да, уже 9 часов вечера, можно покушать, да, Жорка? Доброй ночи. Доброй ночи. Едем в далекие края. Хорошие соседи, веселые друзья. Куда мы приехали? Мы сейчас в Саратове. В Саратове, да? Да. Пойдем сходим в магазинчик, что-то перекусить возьмем, да? Жорка познакомился с девчонками. И теперь в Саратове они вышли. Да. Все, тронулись из Саратова. Едем. Подъезжаем к Сызрани, да? Да, мы будем в Сызрани через 30 минут. Хорошо, а там на автобус и поедем до Ульяновска. Да, вот на начало поезда. Если бы ты головой не закрывал, то было бы видно. Это, по-моему, волка заморозила. Все, подъезжаем к Сызрани. Там церковушка. Все, вот это Сызрань. Были в Сызрань, да? Наверное. Ожидаем, да? Когда за нами приедут. Я видео снимаю, Леша. Все, погрузились в автобус. Поехали. Приехали в гостиницу. Мы прибыли. Вот такая гостиница, Венец. Будем размещаться. Ну а для Жорика, конечно, снег. И трамваи, которые едут сзади меня. Здорово. Будешь завтра лазить по снегу? Бу! Мы в лифте, в отеле уже. 11-й, 12-й. 13-й, да, Жорка? Да, ну 13-й. Счастливый этаж, 13-й. Да. У меня год рождения, 13-й год. Наша комната, 13-15, 13-й этаж, 15-й номер. Мы так. В новом отеле. Приехали. Да. Все, селимся. Да. У нас, правда, двухместный номер. Жорку поселили отдельно, но ничего. Мы втроем как-нибудь разместимся. Да, Жорка? Да. Прямо как в гримерке. Зеркало такое классное. Мамочка, тебе нравится? Я еще не посмотрела. Что, нравится тебе на этих лифтах? Да. Класс, да? Да, мы уже на 7-м этаже. Да. Вот так вот. Ой-ой-ой, не загорелся, все, застрял. Приходи ужинать. Мы сидим у такой красивый ресторанчик. Да, ресторанчик действительно очень красивый. И что ты ешь?
Я ем картошку с мясом. Картошку с мясом. Здорово, вкусно? Да. Красивый вид там. И вот такой замечательный вид на город Ульяновск открывается из окна с 13 этажа.